Всех приветствую на канале GameMakers TV, меня зовут Марк. Сегодня мы продолжаем проходить, ребята, задание дня. Вот, растение против зомби-героя, хитрая суббота. Посмотрим, что же нам тут приготовили и получится ли у нас пройти с первого раза. Использую колоду «Профессор мозговая атака», «Тонкости ремесла», чтобы сразить противника, начавшего игру с орехом-здоровяком. Окей, давайте начнем, посмотрим, удастся ли нам пройти. Пишите, ребята, также в комментариях, как быстро вы прошли это задание ежедневное. Так. Так, ну, одну китайскую грамоту мы оставим. Вот. И давайте попробуем поменять, наверное, курочек. Блин, так, но... Ну, норм, окей, поехали. Так, это у нас, ребята, это у нас орех-здоровяк. Мы пропускаем ход. Капусту, да? Это очень-очень плохо. Но вытягиваем две карты, давайте. У нас другого выхода нет. Еще одна китайская грамота и идем дальше, в сражение. Сейчас мы получим целых 7 урона. Нет, не 7, а... Ну... Так, 7, да, получается 7. Так, идем дальше. Следующий ход у нас, ну, давай здесь поставим. И поехали, ход растений. Растение наносит бонусную атаку, ну, норм, окей. Это очень хорошо, потому что сейчас мы капусту разнесем в первую очередь. И следующий ход мы с вами убьем, так, орех здоровяка. Орешек здоровяк. Подожди. Окей. Сражение. Так, 11-20 счет. Я пока что проигрываю, к сожалению. О, у нас, ребята, вышел шутник. Это у нас эксклюзивный легендарный. Следующий ход. Но мы начнем с фейерверка тогда. Сразу же тимьянчика убьем. Окей, и ход растений. 0 мозгов. И детеныш гризли. Да, вот опять это, наверное, косяки перевода. Вот. Детеныш груши, наверное, они имели в виду. Ну, на груши же похож. Так. Окей. Следующий ход. Растение уничтожает 4 или больше. Вот сейчас используем мы сами китайскую грамоту. Пропустим ход. Да, не очень хорошо у нас получается. Окей, как же нам лучше всего сейчас поступить? Давайте бананозавра сначала мы замочим. А, бананозавр у нас 3. Так, окей. Как же нам быть? Ну, давайте тогда поставим с вами. Придется поставить бородатого капитана еще раз. Так, окей, и поехали. Сражение. Так, раз. Взрываемся, и груш у нас умирает. Ну, как-то так. Давай, сейчас у нас 4 атаки и 5 у нас мозгов. Поэтому мы давайте просто поставим пока что... Пока что поставим... бородатого капитана, и потом используем китайскую грамоту. Так, ну, в принципе, неплохо. Окей. И следующий ход я... не ход, а следующая атака, я надеюсь, будет с блокировкой. Вот, и мы не получим 5 урона. А, да, отлично. Так, 3 единицы урона наносит. Давайте берем в колоду. Если что, мы это растение уничтожим также с помощью китайской грамоты. Вот. 6, да? Ну, нам придется, ребята, просто пропустить ход растений. Опять у нас бананозавр. И... Так, 3 урона, да, значит? Ну, давайте сначала уничтожим мы сами. Это кто у нас? Это у нас... Нет, не ты. Я про растение. Блин. Забыл, как называется растение, пишите в комментариях. Так, и уничтожаем бананозавра.
И все, в принципе, можем продолжить сражение. 11-20 счет. И у нас, ребята, телепортация. Назвали бы зомби-астронавты, все. Зомби-астронавт. У нас есть. И мы сейчас, в принципе, можем, знаете, что сделать? Давайте даже... Блин. Ну, давайте поставим мы сами химика. Ход растений. Безумный химик. И сейчас, наверное, пойдут бонусные атаки. Да, плюс 3. Получается 5 у нас. И 5 урона. Так, ну, давайте. У нас выхода нету. Ставим мы с вами астронавта. И получаем еще одну карту. Что же там будет? О, это у нас вытягивает 3 карты. Ну, давайте вытянем. Отлично. И продолжаем сражение. 18-6, ребята. Да, опасно. Опасно все-таки. И, наверное, лучше всего нам сейчас сразу же использовать шутника для того, чтобы замочить махострела. А то с бонусными атаками нам точно хана будет. Так, что мы делаем дальше? Ну, давайте пропустим тогда ход или... Да, давайте пропустим ход растений. Так, орешек, окей. Так, бонусная атака. Вот у нас 3 получается, да, и... Так, ну, мы сделаем следующим образом. Мы сейчас поставим здесь астронавта. И еще мы с вами... Так, еще. Это что у нас? Перемещение зомби плюс 1. Ну, давайте еще используем... Так, ну не то, да. 10-3 счет. Окей. Так, ну, следующий ход мы используем курочек, и все будет, думаю, окей. И... Так, ну, перед тем, как использовать курочек, мы, наверное, лучше всего... Давайте поставим еще одного бородатого капитана. И поехали. Ход растений. Перемещать он не может. Перемещение растений вытягивает карту. Окей, и... Так, ну, давайте курочек используем. Отлично. Вытягиваем еще одну карту приема. И это у нас саранча. В принципе, все, ребята, давайте продолжим сражение. Окей. Главное, ребята, чтобы не было бонусных атак. Бонусная атака будет, нам сразу же хана будет. Нам нужен зомби-фейерверк. О, прям по заказу, ребята. Давайте выпускаем зомби-фейерверка. Зомби с фейерверком. Или зомби-фейерверк просто, да. Так, раз. И два. Все, красавчики. Все, можно продолжить. У нас есть еще саранча. Наносит 2 единицы урона, да? Окей. Так, бананозавр. Сейчас мы бананозавра уничтожим. Угу. Так, уничтожаем бананозавра. Все окей. И... Так, ну, думаю, можно... Думаю... Нет, все-таки мы пока что не будем ставить... астронавта. Потому что у нас будет... А, все, мы прошли уже. Нормально, все окей. Так, кабум. И победа зомби. Давайте, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Хотя, может быть, скрафтить какое-нибудь растение, что ли, я не знаю. Так, 300 получаем. И, ну, в принципе, приличное количество билетиков, да, для того, чтобы получить все карты. Даже, в принципе, не нужны... Не нужно покупать их, вот. И хитрая суббота мы с вами прошли. И давайте выйдем обратно. Так, что еще у нас тут есть? Можем все еще рекламу посмотреть. Зайдем в коллекции, посмотрим, сколько у нас там всего карт там. Так, 521 карта, да? И сколько пыли? Информация.
Так, с помощью пыли нам нужно создать некоторые легендарочки, которых у нас нету. Ну, в принципе, они и не нужны. Вот, у нас есть 14740 пыли, но это, в принципе, немного. Это очень мало. Вот, и чтобы создать, стоит 4000 пыли. Ну, много. В принципе, орешек нам больше трех не нужно, поэтому мы не будем покупать, нам достаточно, вот. Но я думаю, на сегодня все, ребята, и в следующей серии уже у нас будет следующее задание дня. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Также делайте репосты и пишите свои комментарии. А вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока.